Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мурсия. И сегодня мы хотим рассказать вам про заднюю дверь, как мы движемся, с какими проблемами мы сталкиваемся. Я просмотрел много роликов в интернете, на Ютубе, и никто не рассказывает, как делается задняя дверь. Можно подсмотреть, но в деталях никто об этом не говорит. Мы попробуем это очень прозрачно вам показать, потому что это очень сложная работа. Да? У нас несколько факторов, которые играют огромную роль. Это уплотнитель, резинка, которая должна прилегать просто 100%. Также у нас проблема с замками. Как мы будем эту дверь закрывать и фиксировать, и когда мы будем двигаться, чтобы она не открылась и не болталась, как хвостик сзади. Да? Фанера, которая будет снизу облицованная, если я ее вложу на наш прицеп, она у нас играет как балалайка. Да? И эти все проблемы нам предстоит решить. Если вы хорошо спите и у вас спокойный сон, не занимайтесь такими делами, найдите себе хорошую работу, заработайте деньги и купите себе прицеп. Вот. Мы решили, что мы будем делать шаблон, каркас, на который будет уже ложиться наша облицовочная фанера. На эту облицовочную фанеру будет уже приклеиваться наш скелет. Этот скелет мы уже склеили. Моя жена показывала, насколько он стабильный. Он по-настоящему стабильный. Он даже у нас не играет. И он очень просто делается. Да? Пару струбцин, клей, прижали. И у вас уже очень стабильная форма, да, которая будет очень плотно прилегать на нашу облицовочную фанеру. Так, ребята, я иду в гараж, начинаю резать доски, чтобы создать нам шаблон. Я, конечно, вас не возьму с собой, потому что я буду там свои сопли морозить. Если вы посмотрите на улице, у нас выпал снег, у нас очень холодно. Ну, когда я вырежу, я вам покажу, что у меня получилось. Вот, ребята, это наш шаблон. Отморозил себе сопли, конечно, там было очень холодно и мокро. Ну, видео не о том. Как вы видите, у нас здесь много ребрышков, на которые будет ложиться уже наша фанера. Давайте посмотрим, как этот шаблон у нас влезет в заднюю часть прицепа. Мы берем этот шаблон и его туда устанавливаем. Тяжеленький у нас он получился. Ну, как выглядит? Вообще неплохо. Вот. Мы сейчас фиксируем этот шаблон и уже ложим на него фанеру. Вот мы укрепили наш шаблон и кладем на этот шаблон нашу фанеру. Здесь у нас уже поставлены метки, докуда мы это все делаем. Потому что нам надо огромную идеальность. Также были вырезаны вот такие планки. Эти планки будут сбоку держать
нашу фанеру. Так, мы здесь их ложим. И прикручиваем. Вот и прикручиваем нашу фанеру сверху вниз, так, чтобы она облегала, обтекала полностью наш шаблон. Я буду делать справа и слева, чтобы он катился вниз, чтобы не образовалось между шаблоном и нашей облицовочной фанеры люфт. Вот так у нас все это выглядит. Очень все стабильно. Сейчас на эту фанеру мы будем уже улаживать наши ребрышки, из чего будет состоять скелет. Что мы делаем дальше? Мы предварительно приклеиваем на липучку наши ребрышки, из которого будет состоять весь каркас. Это мы делаем просто липучкой. Это потом обратно будет сниматься, намазываться клеем и уже фиксироваться. Вот. Просто для меня, мне тоже интересно, насколько точно мы здесь работали. И это ничего не даст, если мы сейчас начнем сразу это все клеить, потому что у нас ничего не будет подходить. Может быть, там миллиметр или еще что-то там не так, как мы посчитали. Так, эту планочку, в общем, мы приклеили на липучку. Потом берем мы боковую ребрышек и его устанавливаем. Здесь тоже стоят у меня метки. Ребята, я некоторые вещи подсмотрел от двери задней, от машины моей. Вот. И что интересно, что у машины, там, где резинка сидит, и там, где дверь уплотняется, сделан дренаж. Также мы это делаем и у нас. Если вода будет попадать под дверь, она будет просто стекать по этому дренажу. Как-то так это все у нас выглядит. Перед тем, как это мы будем склеивать, мы здесь еще просто положим реечки, притянем их шурупами. Я думаю, что у нас все получится очень хорошо. Если когда я вот прижимаю нее, она у нас не играет. То, что мы и хотели.
Ну вот, ребята, мы склеили наш каркас от нашей двери. Как видите, уже клей начал свое дело. Он у нас пучится. Вот, до завтра. Что, что неправильно было? Пучится — смешное слово. Почему? Не знаю. Ну, у нас он пучится. Не знаю, как у вас, у нас он пучится. В общем, реакция пошла. Оставляем это до завтра. Она склеится. Вот, и нам еще надо пару палочек надо будет приклеить. Подумать, как будет она открываться у нас. Мы хотим сделать, мы хотим сделать наши шарниры снутри, чтобы они были спрятаны. Ну вот, на этом все. Да, спасибо большое, что посмотрели наше видео. Приходите еще, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать обновления про все наши видео. Следи за нами в Инстаграм. Пока!